Бобрики, привет. Смотрите, какая загадочная обложка. И какая разгадочная она с обратной стороны. В этом вся суть книги. Что там прячется за? Ну, вот это вот про просто про бесконечное любопытство. Почему бесконечное? Потому что, ну, вот здесь, например, мне нравится узнавать, что прячется там внутри всяких вещей, или за ними, или под ними. Да, и вот, например, начинается все утром, да, я просыпаюсь и первым делом хочу понять, что прячется за веками. Я открываю глаза и снова встречаюсь с миром. Почти всегда я оказываюсь в своей комнате, узнаю запахи и свет. Я люблю свою комнату. Обычно мне не нравятся закрытые места. Противно, к примеру, не знать, что там внутри ящиков. А внутри ящиков вообще может быть все что угодно, правда? Или за дверью может быть все что угодно. И вообще самое интересное, когда дверь еще закрыта. Можно представить себе там все что угодно. Например, здесь праздник динозавров. Стая птиц или что угодно. Иногда случаются неприятности. Например, вот захотелось узнать, что там внутри тюбика. И, к сожалению, не удалось запихать ее обратно, эту пасту. Или захотелось посмотреть, как выглядит время. Ну, тут прям Кандинский, правда? И вообще в этой книжке довольно много, ну, как бы, абстракции. Я это понимаю так, что что там прячется за, ты же еще не понимаешь, как бы, если ты еще этого не видел, и тебе это любопытно, и у тебя это представляется как нечто абстрактное, ну, по сути, это нечто абстрактное, да, в твоем воображении, что-то неопределенное. Какой-то запах влечет меня каждое утро. Мне пока не дает. Это кофе. Запах кофе мне пока не дает его попробовать. Поэтому я могу лишь пристально смотреть на него. За лупой прячется вообще множество всего. Целый мир. Но туда невозможно попасть. В этот мир. В гитаре вообще прячется вся музыка мира. Например, моя любимая песня. Вот он. Товарищ. За дверями. Так, у закрытых дверей есть только одно хорошее свойство, их можно открыть. За дверью всегда ждет что-то интересное. Во время дождя появляются окошки, в которых мальчик смотрит на меня. Если я пытаюсь спуститься к нему, то он поднимается ко мне. И у нас у обоих мокрые ноги. Путешествие – это вообще что-то потрясающее. Можно выглянуть в окно и внезапно увидеть горы или там море. Кажется, что книга меньше, чем дверь или окно или шкаф. Но там внутри на каждой странице прячется почти все. Нет занятия лучше, чем забраться внутрь книги. Каждую ночь мне очень нужно выяснить, что там внутри сна. Какой, да, Кандинский прям, я не знаю, такая вот абстракция. Прикольно. Такое все условное, да, и руки условные, глаза условные, волосы, все довольно условно. Но это же прикольно, что вот... где-то прячется условно что-то такое, да. Например, вот я когда маленькая была, эти вот в стене такие круглые штуки, знаете, я до сих пор не знаю, как они называются, там находятся электрические всякие узлы. Они закрыты этими круглыми пластмассовыми штуками. В детстве они были железные, тоже покрашенные в белый цвет, побеленные. И мне всегда казалось, что если ее открыть, оттуда посыпятся просто валом игрушки.
То есть это было такое мое представление. До завтра. Ну и вот, и получается, что вот про бесконечное любопытство, потому что начинается все утром и заканчивается все ночью. Как утром интересно открыть глаза, любопытно и увидеть, что там за веками, так и на ночь интересно посмотреть, что там за веками с обратной стороны. Такое бесконечное детское любопытство. Вот такая книжка, как вам?